Ведем запись образцов почвы. Сейчас попробую другой формат. MP4. Чтобы его можно было просматривать на моем телевизоре. Да, через шнур. Легко это вставляется. Так, вот они, частички почвы плавают. Но, видать, колонии микроорганизмов здесь уже погибли. Пока не нахожу я. Новые не отродились, старые погибли. Так. Это из той почвы, в которой обитают личинки жука-носорога. Прошлой осенью, когда мне их дали, там было очень много. Мы видели, школу я приносил, мы смотрели. Какие-то простейшие одноклеточные организмы там плавали. Инфузории, амебы. Ну, вот сейчас вот уже прошел год, их уже меньше. Внесу еще капельку воды. Как они тут у нас? Может быть, еще кто-то здесь. Ну, так вот, это нормальное развитие экосистемы. Называется. И сейчас посмотрим кристаллики. Объем записи меня интересует. Так, это мы с нижним освещением работаем. Давай сделаем повыше его. Сделаем повыше. Разные слои жидкости. Вот. Трясется микроскоп. И более легкие частицы тоже трясутся. Так, и здесь у нас... Это не почва, это какой-то у нас зеленый огурец. Кожура зеленого огурца. Сейчас посмотрим еще кристаллики соли поваренной. Это более интересный объект. Фотографии я уже сделал некоторые. Так. Мечи, зона мечей. Ну, так вот они когда застывают, когда высыхает, она закристаллизовывается в разные причудливые формы. Где-то есть четырехгранные, как вот здесь вот, а где-то в виде острых мечей. А это у нас какие-то здесь попали. Волосочки, волоски. Да. Так, вот здесь вот. Так, ну-ка попробуем это под большим увеличением. Под большим увеличением. С нижним освещением мы работаем сейчас. Плоские препараты я опытным путем установил, что лучше работать с нижним освещением в проходящем свете. Так. Так, вот еще окрашенный препарат. Я окрашивал каким-то пищевым красителем, когда на Орионе работал. Тоже интересно в виде такой причудливого калейдоскопа. Изображение получается. Угу. Есть такой. Ой, в общем, фотография, это светопись, она дает нам бесконечное количество вариантов для творчества.
Так, как запись остановить, уже забыл.